А теперь, друзья, англес. По лучшим английской моде мы сразу выясним схему прямо на бале. Так что прошу, кавалер, приглашайте дам. И прошу вставать беседы поперек зала. Кавалер смотрит на балкон, дам на балкон. Итак, схема на три пары. Начинаем только с самой первой пары в сцене. Остальные проекты смотрят, запоминают и по мере движения первой пары подстраиваются. Первая дама и второй кавалер. Полный круг за две руки на четыре такта. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. То же самое первый кавалер, вторая дама. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Теперь нужно всем сосредоточиться. Первые три кавалера и первые три дамы, каждый в своей линии, делают крейн. Кавалер начинает правым плечом, дамы левым. То есть первой парой нужно середин пост, вторая расходится, третья внутрь. Все одновременно делаем восьмерку другими словами. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре. И все вернулись на свои места. А если не вернулись, то просто вернитесь. И важно, что вы сделаете. У нас с переходом первой пары они меняются местами. Раз, два, спускаются вниз, пять, шесть, семь, восемь, а входят в третью пару половинки восьмерки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, вернул на полировочный. И в завершении танцуются вверх второй парой, тут своими главными партнерами, вылетая за правой руки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, и на левое. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И внимание, первая пара сразу нужно заводить с новой второй парой, ниже по сету, диагонали. Потому что первой парой вернитесь наверх. Внимание, заслушайте название. Я просто спрашиваю, пока вы знаете,